Здравствуйте, это Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. И это продолжение нашего сериала «300 спартанцев». Сегодня у нас 19-я с вами серия шикарного сериала. То есть мы взяли с вами 300 червяков и уже практически полгода идем с ними бок о бок. Цель сегодняшнего, конкретно сегодняшнего видео, вы видите на столе у нас 6 вермиконтейнеров. То есть я вам сейчас, наверное, подниму один из них, и мы уже с вами поймем. То есть для начала, все те, кто не смотрели, начинайте смотреть с АТ-129, прямо в поисковике забивайте АТ-129 и начнете смотреть с самого начала про наших спартанцев. Так будет вам более понятно. Смысл в чем? Месяц назад, если быть точнее, 31 день назад, смотрите, вот у нас по записям 21 февраля, верховой торф 90 штук. То есть, о чем мы говорим? О том, что... Сейчас я вам покажу дату сегодняшнюю. У нас сегодня 24 марта. То есть, прошло у нас с вами 31 день. И цель этого видео показать вам, как червь, как дендробена винета полностью адаптировалась к новым субстратам. Полностью, абсолютно. То есть, видите, в нашем распоряжении... Три вермиконтейнера. Первый я вам показал торф. 21-е торф плюс сено. И, соответственно, тоже тот же день было заселено 21.02 КРС плюс сено. КРС это навоз коров плюс сено. Сегодня наша с вами задача, проще говоря, прошел месяц, и мы полностью адаптировали червяков к новым субстратам. То есть, для чего мы это показываем? Для того, чтобы когда вы приобрели червяков, чтобы вы не боялись. Вы переселили на свой субстрат, и мы вам показали путь, как это сделать. Посмотрите все предыдущие ролики и поймете этот путь. То есть, мы в роликах это плавно показываем. Смотрите, первый субстрат у нас это... Мы не будем сильно тут ковыряться. Это просто чистый торф. Мы перевели их на верховой торф. То есть, чтобы не затягивать ролик, я вам так просто вкратце покажу и все. То есть, и мы будем прерываться и сразу просто считать и взвешивать. Торф плюс сено. Смотрите, какие кабаны стали. Вообще жирнехонькие. И, соответственно, наш самый интересный субстрат. Это чистый навоз. Ярко-красный окрас. Как кровь прям. Смотри, в углу их прям тусуется. Вон целая куча. И все красные. Все красные, прекрасные. То есть, сейчас мы с вами прервемся. Проще говоря, еще раз. Тут я еще раз повторю. Смотри, вот у нас часть на верховом. Мы переселим верховой. Торф плюс сено. Торф с сеном. Это один из интересных комбинаций для сельских жителей. Мы переселим в такой же торф плюс сено. То есть мы закончили адаптацию. Просто закончили. То есть теперь вот у вас есть торф плюс сено, и вы будете теперь всегда им кормить. Я вам показал, как ее закончить. В одном из следующих роликов я вам покажу, как сменить. То есть есть же корм для червяков. Вот я же вам уже многократно показывал, как мы отмечаем, когда мы кормим. Вот видите, 21-го заселили. Но я вам сейчас акцентирую внимание на этих цифрах. Мы подкармливаем такой прикормкой своеобразной. То есть в одном из следующих роликов я покажу, как перейти от нашей к вашей. То есть общее резюме всех наших серий 300 спартанцев. Если вы хотите сократить полгода своей жизни, купить половозрелых червяков, то нужно будет пойти по этому пути, по адаптационному. Посмотрите предыдущие серии, поймете, о чем я говорю. То есть это плавная смена субстрата, это плавная смена кормежки. То есть основного корма для червяков. И все. То есть давайте сакцентируем внимание на каждом. Вот мы, наверное, будем, знаете, как сделаем. Мы сейчас... Торф, я пробегусь с вами, сразу покажу,
особенности по кормлению за последний месяц. Вот мы с вами, смотрите, берем верховой торф. 21 февраля мы его заселили. 5 дней подождали, начали кормить. Кормили по 20 грамм через 4 дня. И все было хорошо. То есть они за 4 дня все переедали. Поверхность просто, когда вы открываете в следующий раз, поверхность просто ровная. Соответственно, остатков комбикорма, не комбикорма, а корма для червяков не остается. Это у нас торф плюс сено. Также 21-го, где у нас свет вам вывести, 21 февраля мы его заселили. И вот пошли кормить. 26 февраля дали им 20 грамм. То есть это такая жменька сдавленная. Ну вот вы когда-то просто попробуйте, это легко. И прошло 4 дня, и они чуть-чуть не доели. Но какие-то легкие остатки остались, и мы решили понизить дозировку. Вот мы 3 раза подряд кормили по 15 грамм. Потом они уже все лучше и лучше начинали есть. И заканчивали мы уже по 20. И они отлично себя чувствуют. То есть я вам уже показывал, это, блин, такие кабанюры такие. Возможно, даже самым лучшим будут результатом именно по приросту массы. Самое интересное, это у нас навоз. Навоз мне очень нравится, черви стали ярко-красные, все замечательно. Но посмотрите по цифрам. 21.02 мы заселили, а кормили аж 2-го. То есть мы их не кормили, это получается у нас в феврале 28 дней, 7 дней там и 2 дня здесь. 9 дней мы их не кормили, они прям активные, были как дикие такие, прям им так нравилось это все дело. Нравился им навоз плюс сено. Потом мы им немножко добавили, покормили, 6-го покормили, и когда пришли 10-го кормить, а они еще не доели. То есть навоз настолько насыщенная среда, что просто они просто не доедали, им и так достаточно было. И потом мы один раз пропустили, вот видите, я прочерк поставил, и потом мы еще докармливали по уже там по неполным дозировкам. Так, последовательность действий. Главная цель ролика я уже очертал. То есть адаптация закончена. Теперь так. Я убираю все со стола. Вот просто беру и убираю. То есть высыпаем сейчас червяков из верхового торфа. Высыпаем на стол. Просто я быстренько пересчитываю. Сбрасываем это все дело в контейнер. Взвешиваем, с вами включаемся, посмотрели на червяков, взвесили, отметили вес, провели параллели о приросте либо уменьшении веса. Также сделали торф плюс сено, также сделали КРС плюс сено, и потом вернулись, также быстренько пробежались по коконам. Пока прерываемся, чтобы не затягивать ролик. Так, я все со стола убираю, мы все пересчитали, все остатки. Субстратом пересчитали. Так, как вам сказать, я всегда перестраховываюсь и отсылаю червяков больше, чем оплачивает заказчик, но здесь ни одной потери. Как мы прописывали, 97 червяков, вот 97 штук у нас было 21.02. так, они, кстати, мне очень понравилось то, что они серьезно поправились, ну, по крайней мере, внешне. Такие кабанчики. Вообще, смотрите, какой один. Это, правда, один такой огромный, но он такой яркий был. Яркий персонаж. При отборе. Что у нас еще раз? 273 грамма. Общий средний вес там получается 2,81. Так, если включаем. У нас, ты не помнишь, сколько контейнер весит? Нет? Сейчас, секундочку. Мы сделаем все очень просто. Мы просто их взвесим, а потом пустой контейнер взвесим. Так, итого 326 грамм. 326. Беру новый верховой торф смоченный. Видите, мы отметили. 24.03. Верховой торф. То есть, наши черви, вот это конкретно, вот эта семья полностью адаптирована уже верховому торфу. Так, 326, здесь у нас 18 грамм пустой контейнер. То есть итого у нас получается с вами
Ручка далеко. Так, чтобы быстрее только не затягивать. 326 минус 18. И делим мы с вами на 97 штук. Получаем 3,17. То есть у нас уже пошел набор массы. Набор массы говорит о том, что в принципе мы сейчас запишем. Мы сейчас запишем эти данные. Набор массы говорит о том, что черви уже адаптировались. То есть у нас здесь, еще раз сколько я сказал, 326 308. Минус 8. 308 грамм. 308 грамм. Это 3,17. То есть это говорит в первую очередь о том, что набор массы уже начался, что черви адаптировались полностью к верховому торфу. Хотя мы на нем никогда не держали. Все, погнали дальше. Отключаемся, берем торф плюс сено и быстренько его, чтобы не затягивать ролик, сейчас его пере... Да, вот торф плюс сено 22.02. От с 1.02. Все, выключайся. Блин, вообще, ты вы посмотрите на этих червяков. Блин, ну торф... Торф с сеном оказался какой-то дикий прирост массы. Знаете, какие жирные. Вообще. Один другого жирнее. Это что такое? Это что такое вообще? Это кто тут? Этот один из наших гигантышей сюда заскочил или что? Блин, как же им все-таки нравится торф плюс сено. Наверное, все-таки это одна из лучших комбинаций. Обожди, я тару не сбил. А как сбить тару? Просто кнопку? Нет, это не просто кнопку. Сейчас, секундочку. Все по нуля. Что-то не то показывает. А, он не, я, мы не дождались просто. 9 граммов. Надо было дождаться. Но все равно интересно, 9 граммов. Все, отключайся, буду считать. Так, полностью все убираем. Я вам скажу, это, блин, какой-то феерический результат. Все-таки, как бы я не восхищался навозом, но у него есть шикарный конкурент. То есть получается, на навозе черви более ярко-красные, а здесь просто очень крупные. Быстрый набор массы. Быстрый. То есть, знаете, давайте мы сейчас сразу протаруем. По нулям сбиваем. Так, по количеству 97 штук. Было 97. Вот центральная пропись. И осталось 97. Это о чем говорит? Что только, видимо, на начальном этапе адаптации черви могут пострадать, погибнуть. А уже когда адаптация наполовину прошла. То есть вот мы подписали 24.03, торф плюс сено. Тогда уже черви практически не погибают. Но здесь уже 97 штук было, 97 штук осталось. Так, у нас с вами 319 грамм чистыми. 320. Это чистыми, мы оторвали, видите, минус 18. Только сказал 320? Ну, чудо, не успел. 320. 320 грамм. Итого 320 грамм делим на 97 штук. Получаем 3,3 грамма. 320 грамм. У нас тут получается 97 штук. 320 грамм. 3,3 грамма. А было сколько? Средний вес.
У нас было с вами 274, стало 320. То есть, в общем, на 97 штук вес поднялся на, получается, на 46 грамм. Это по полграмма, да, получается, примерно, на каждого. Так, все, переключаемся. Результат, в принципе, очень хороший. Мне очень нравится. Получается вот эта комбинация. Видите, какая она рыхлая, когда она свежая. Вот мы сейчас вот только-только запустили. То есть это такая помесь торфа и сена. То есть она, видимо, самая рыхлая, самая воздухопроницаемая. Ну, им вообще понравилось. То есть масса идет. То есть они такие стали жирные-прыжирные. Так, все, отключаемся. Мы сейчас закончим с навозом, а потом еще разочек включимся. Мы уже не отключаемся. Мы уже не отключаемся. Да, сейчас я высыплю навоз. Сразу пересчитаю, чтобы мы с вами делали все постепенно, наглядно. Видите, особенность навоза в том, что они более красные. Сразу видно, они такие прям насыщенно-насыщенно красные. И все-таки, что поражает до сих пор, что навоз не превращается в кисель. Это мне, конечно, очень нравится. То есть почему-то, когда старатели перерабатывают навоз, он более такой спрессованный получается. Все, отключаемся, я пока посчитаю. Вот мы все и перебрали. Еще разочек покажу вам все-таки уже биогумус из навоза с сеном. Ну, просто каждый раз, когда я до него дотрагиваюсь, он меня поражает. То есть это такая рыхлая, прирыхлая. Ну, запах явно не навоза, а такой, знаете, как действительно как мокрой земли после дождя. Так, по количеству штук. У нас было 97. Видим, да, КРС плюс сена было 97. И осталось 95. Два все-таки покинули наш строй. И, как я вам скажу, это, наверное, все-таки жертва адаптации. Потому что все равно это радикальная смена, потому что вот перейти сразу на навоз, ну, по большому счету, если разобраться, наш сериал начался с вами, если не ошибаюсь, 11 либо 15 ноября. Сейчас у нас с вами 24 марта. Прошло уже 4,5 месяца. Из ровно 300 штук, ровно 300, у нас с вами осталось в торфе 97, это 3 штуки ушло. Торф плюс сено 97, тоже 3 штуки мы не досчитались, это 6. И навоз мы не досчитались 5 штук за время всей адаптации. То есть, в общем, общая потеря составила из 300 11 штук, это меньше 4%. То есть, чтобы вы знали, как всегда, когда мы отправляем, я не знаю, почему мы именно так делали, мы всегда отправляли на 5% больше. То есть, если мы отправляем 300 штук, то мы всегда отправляли 315. Ну, может быть, это интуитивно было. Почему именно 315, я не знаю. Но так вышло, что как раз у нас за 4,5 месяца всех наших манипуляций, адаптаций, смена кормежки, всего на свете. И у нас с вами меньше 4%. Я считаю, это вполне достойный результат. Так, мы с вами не взвесили, да? Мы с вами не взвесили червяков, которые были с навоза. Еще раз акцентирую внимание на ярко-красном окрасе. Ярко-красный. 308 штук. Это 308 грамм. Это 290 граммов. А было у нас сколько, где наш... Было у нас с вами 260 грамм. Видите, вот нижняя строка. Было 260, стало 290. То есть это говорит о том, что у червей уже адаптация уже прошла и пошел набор массы. Давайте так. Я полностью встал в стопочку, отложил все ведра с коконами. Мы сейчас их дружненько пересчитаем, но уже, наверное, запустим это отдельным роликом, чтобы ролик сильно не затягивать. Еще раз повторюсь, адаптация прошла успешно. На наш взгляд, супер успешно.
три самые распространенные комбинации. КРС, торф и торф плюс сено. А пока будем на этом заканчивать с какими-то классными настроениями. И маленький акцент, тот, который я говорю всегда. Мы показываем, как поведет себя наша дендробена. Наша. Не просто дендробена Винетта и все. А именно наша, та, которая придет к вам от нас. До новых встреч. С вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Здоровья, счастья, наша судьба. До свидания.